пару минут. Уже где-то придут студенты, которые ходят сейчас по лагерю. А ты вообще как, рад, не рад? Что, какие чувства испытываешь? Ну, на самом деле, это очень трепетное событие. Я сам помню, когда ходил по лесу, бродил. Ты прям так идешь, и ты не знаешь. Ты вроде понимаешь, что нет ничего в этом страшного, но вот так вот делается, и ты так думаешь, блин, что же будет? А они придут сейчас и увидят вот это прекрасное, прекрасное посвящение студенты ФМИО. И я думаю, что их сердечко забьется быстрее. Скажи без мат, скажи без мат.